Чистый водоем, красивый пейзаж. В Томилине на улице Кантемира проводят очистку пруда. Работы выполняются в рамках госпрограммы «Экология. Окружающая среда Подмосковья» и 100 водоемов Московской области. Очистка берегов от сухостоя – один из этапов работ. Из воды уберут бревна, затонувший строительный мусор и другие крупногабаритные отходы. После всех этих работ будет произведено удаление камыша методом размыва вместе с корнем самого пруда и также подводной растительности, согласно технического задания. Работы проводятся с 15 июля. За это время вывезли уже более 6 машин мусора. За очистку пруда жители проголосовали на портале «Добродел». Также мы подали еще 4 пруда на территории городского округа Люберцы на очистку следующего года. 25 августа начнется голосование также на «Доброделе». Ждем результатов. Приглашаем жителей очень активно поучаствовать в этом. Это в наших интересах. В списке для голосования представят Жилинский, Директорский, Кореневский и Томилинский пруды. Именно от жителей зависит, попадут ли водоемы в госпрограмму «Экология и окружающая среда Подмосковья». Ведь эффективность голосования заметна на примере пруда на улице Кантемира. Я надеюсь, что в ближайшее время этот пруд немножко заграет, он станет немножко другим, краше, уютнее, наверное, будет в ближайшее время, там месяц-полтора. Здесь будет другая совершенно атмосфера, другой вид, поэтому я думаю, что вот этот простор водоема, он украсит вот эту территорию Томилина. Также в рамках программы очистки водоемов Подмосковья работы ведутся на Малаховском озере. Айтадж Чирагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.